1 апреля, это такой, ну, достаточно много лет, начиная с 73 года, это в Одессе было, ну, вот почти как такой национальный праздник одесситов, потому что это одесская придумка. Весь мир называет этот день днем дурака, большинство мы называем днем смеха, так толерантно. Действительно, вот в этом году, мне кажется, особенно... А краде это применимо или нет? Что? День дурака, краде применимо или нет? Вы знаете, нужно быть самокритичным, посмотреть на себя. Если чувство юмора определяется, если ты можешь подшутить над самим собой, а не поставить кнопку соседу и посмеяться над этим. Вот если посмотреть на то, что происходило эту неделю, то действительно вроде и смешно, так и грустно. Вот даже можно вот по частям там начать там, с воскресенья понедельника. Прошли выборы в Кривом Роге. 75 на 10. После там таких больших шумовых эффектов, там фальсификации и так далее. Что у нас говорят? Вот насколько у нас, знаете, вот такое лицемерие подменяет юмор или наоборот? Противоположная проигравшая сторона говорит, фальсификации, страшные фальсификации, скупка, там еще что-то. Начинается неделя, говорят, вот еще недавно совсем, когда внефракционный депутат переходил в провластную фракцию, это называлось тушкованием. А сегодня это называется ответственностью за судьбу страны или там с кнопкодавством. Еще недавно это называлось кнопкодавством, а теперь это называется ответственной работой в сессионном зале. И вот для меня финалом вот сегодня, в конце дня, выступает группа еврооптимистов и говорит, что закон, который мы приняли в отношении спецконфискации, это антинародный и так далее. Хотя еще неделю назад все говорили о том, или там две недели назад, какой это важный закон, какой это европейский закон. Неправда. Вот в Одессе, вот все новости сейчас вокруг Одессы. Это вот, точно неправда. И уже как бы господина Саакашвили начинают провожать с его губернаторского поста, все начинают пытаться так пнуть эту команду. Действительно, когда мы говорили о том, что Украина должны управлять украинцы, никто этого не слушал. Зато теперь все говорят, что посмотрите, что они наделали, как это плохо и так далее. Посмотрите, что творится с прокуратурой. Юмор, когда генеральный прокурор за час до своего ухода с поста меняет областного прокурора, не надо быть никакого не надо 1 апреля. Это просто настоящий, вот в каждом шаге театр абсурда. И коалиция, это вот действительно люди уже, я думаю, что за эту неделю, вот, прошлую неделю вы начали передачу в отношении того, что сериал затянулся, что вот рейтинги подходят или не подходят, значит, тогда люди будут смотреть сериал или нет. Вот мне интересно спросить вот у коллег, вот как бы сериал, он рейтинговый или нет? Потому что я думаю, что те люди, которые сидят по другую сторону экрана, они действительно считают нас за малоумных, и я думаю, они очень близки к истине.